Дорогие мои, очень приятно быть с вами здесь. Африка, вы когда-нибудь видели, собственно, эту версию, авторскую версию Валерия, как он исполнял вашу песню? Вы знаете, во всяком случае, он лучше, чем я выступал. Потому что он движется лучше меня. Он не такой большой, как я. Но я уже старый человек, я уже ничего не умею. А он великолепно все делает. На самом деле, великолепно. Мы сегодня отмечаем 45-летие творческой деятельности Валерия. Сколько вы на сцене? Сколько лет? Знаете, я уже такой стар. Вот я на русскую мелодию хотел эту спеть, которую все знаете, «Подмосковные вчера». И вот на самом деле, вот эта песня была, когда я начал выступать, поэтому не могу точно сказать. Вы ровесник «Подмосковных вечеров». The same year, like evenings, что-то там, под Москвой, короче. Знаете, я вам скажу, что я родился дома, меня не в больнице, так сказать, не родили на доме, так сказать, я родился дома, и поэтому я точно не знаю, в каком году я родился. Это мечта Филиппа Киркорова, на самом деле. Если бы у Филиппа была такая возможность родиться дома, и то он каждый год бы молодел на лет 5. Филипп, расскажи. Вот посмотри, в какой потрясающей форме Африка. Скажи, кто бы мог подумать, что... Примерно вот в этом возрасте, какой ты будешь? Вот как ты себя представляешь? Давай. Ну, честно говоря, мой дорогой Африк Симон, в Африке себя я не представляю. Африк Симон... Это точно. Приехал к нам из Берлина. Да, он в Германии сейчас тоже живет. Тоже не представляет себя. Да, он тоже себя в Африке сейчас не представляет. Но как-то, вспоминая одни из совместных гастролей с Валерием Яковлевичем, мы с ним фантазировали, так скажем, наш преклонный возраст. Да, вот, да. Интересно. Да, мы все... Ваш общий. Да, но мы все... Это было лет 20 назад. Валерий Яковлевич думал, что он уже тогда, говорит, я что-то подустал. Но я говорю, я не понимаю, как это может быть подустать. Сейчас я... В том возрасте, в котором был Валерий Яковлевич, когда мы с ним познакомились, и я, Валерочка, подустал. Я тебя очень понимаю. Я не представляю и не спрашиваю, что ощущает ли Валерий Яковлевич Леонтьев сейчас, спустя 20 лет. Подустал ли ты? Второе, третье, четвертое дыхание, и Валерий Яковлевич... Он уже, говорит, два раза сказал «подустал». Я сказал «подустал». Встретимся через 20 лет. И вот тогда, Максим, ты задашь мне этот вопрос. Африк Симон, скажите, пожалуйста, а вот эта песня, собственно, которую мы начали наш разговор, она является вашим главным хитом? Видите, эта песня «Хафанана» на африканском языке исполняется. Это означает, что он белый, мамумбу, а я черный, муланди. You are rich. Вы богатые. He's rich. Он богатый, а я бедный. You have big house. У вас большой дом, а у меня нет дома. You have diamonds. У вас есть бриллианты, а у меня нет бриллиантов. Because потому что God, потому что Бог, one day на один comes, день, если Он придет, только на один день, вы все умрете. А и хафанана получится. Мы никогда не думали. И получится хафанана. Африк, дорогой, вы нам открыли сейчас глаза. Да. Мы-то думали, что вот эта вся кукарела не имеет никакого смысла. А там... Кукарела. Это значит нехорошо. Это означает нехорошо. Хамбана кукарела.
Хамбана куканела. А вы, Симон, но вы же до сих пор поете эту песню. Вы ее можете исполнить. А вы можете сейчас... Вы знаете, когда я начал только учиться в музыке, умер мой отец, мне было 9 лет. У меня есть сестры. И мой отец сказал мне, тебе нужно работать какую-то. И когда я начал заниматься музыкой, в конце концов, это уже... Фактически, я тогда сказал, мне нужно зарабатывать деньги, хочу зарабатывать деньги в Мозамбике, в каком-то ресторане. Мне сказали, меня позвали, и сказали, вот будешь так делать, и будешь получать деньги за это. Очень похоже на ту историю, которую рассказал Валера про первое выступление в здании бывшей церкви, когда он сам топил дровами, чтобы согреться, чтобы спеть, понимаете? Это очень похоже. И чтобы зрители не замерзли. Очень похоже. Африк, вы можете спеть эту песню? Мы хотим, чтобы вы ее спели снова здесь, сейчас. Мы до сих пор очень любим эту песню. Хафанана, просим. Хафанана. Бабушки и мамы, они у меня самые главные ценители. И они в один год, а он оказывается умный. Это о чем у вас Валерий Леонтьев будет спеть? Солнечные дни поет. Что он имеет в виду? Это тоска по застолью. Да! История редкой ткани золотого цвета, потому что это был лифчик польской артистки, которую на него выменял на две бутылки водки. Вот это да! Я агент!
Великий бродяга Любви Газанова. Вот это все! Вы больше похожи на меня, чем я. Блин, я... Начнем вместе.
мы продолжаем сегодня вечером. Хорошо, вы продолжаете, я не понимаю. Мы тогда вернемся к теме подаренного великой певице, великому певцу золотого галстука, который вообще не найти нигде, она его привезла, великая Алла Пугачева, так, привезла из поездки подарок к золотым лифчикам. Действительно, ну как Алла мне сказала, в свое время, приехав из Праги вместе еще с маленькой Кристиной, она привезла Валере золотой галстук. И, как сказал мне Алла, не знаю, ну ты прокомментируй, он тебе помог, да, в каком-то костюме, потом наряде. Вообще этот галстук каблошки, тебя вдохновил. К обложке Рамада Паулса. Это была обложка, был конверт альбома «Бархатный сезон». Там я стоял в этом белом-белом красивом очень костюме, какой-то там золотой фурнитурой, и туда вот этот золотой галстук, как нельзя, кстати, пришел. Как влитой вошел, да? Как будто там и был. Слушайте, золотой галстук. Ну на каждом углу можно купить золотой галстук. Мы вернемся опять в то время, когда не то, что золотой галстук, белый костюм было найти невозможно. Везде были серые одинаковые пиджаки. Поэтому привезенный золотой галстук для артиста Леонтьева, это было как звезда с неба. Но это сложно сегодня объяснить поколению, которое имеет сегодня возможность купить все и везде. И само внимание от Аллы. Человек где-то был на гастролях и подумал о том, что надо Леонтьеву купить бы золотой галстук. Алла сегодня не смогла прийти, но подумала опять о тебе. Подумала. Заранее подумала. И что передала? Заранее подумала. Да. Заранее подумала, причем озаботилась. Обратилась к своему дизайнеру, к Алишеру, и попросила его для тебя сделать. Ну, уже, слушай, творчество-то растет. Уже, так сказать, не золотой галстук, а практически, ну, в общем, так выглядит точно, бриллиантовый. Вот. Понимаешь? Посмотри. Причем она прокомментировала, сказала, что его как раз надо носить на голую грудь. Вот практически как ты сейчас сидишь. Ну, грудь есть. Посмотри, давай примерим. Снимай старый. Нет, подожди, ты не вставай, мне удобнее. Да, ну хорошо, посмотри как, а? Вместо моего сиротского вот это. Давай я тебе повяжу. Подержи, сейчас. Подержи. Да. Ну, очень красиво. Ну, а? Ну, хорошо. Запасные стразы, видимо. Я не знаю. А может, это браслет? Подожди. Не знаю, нет. Нет, это не браслет, не тянет. Нет, это запасные это стразы. Так, поверь мне, если что-то порвется, оторвется, мешочек, пожалуйста. Может, тебе, наверное, не нужно? Это я, наверное... Нет. Завитки! Но Валера, Алла сказала пожелание, чтобы этот галстук тоже как-то тебе помог в новых образах, и чтобы дал толчок каким-то новым идеям. Дорогая Алуся! Вон туда можно, в камеру. Дорогая Алуся! Алла Борисовна, Алусенька, спасибо. Спасибо, опять вспомнил. Алла умеет дружить. А на самом деле очень же красивая была история, когда у Валерия Яковлевича, ну я знаю эту историю, потому что я был в это время в зале ребенком, это было в 81-м году, на творческом вечере Раймонда Паулса, когда рядом буквально через два места от нас, мы сидели где-то вдалеке, потому что мест было не достать, эти билеты вообще невозможно. Я был свидетелем того, потом мне уже Алла рассказала, что это была задуманная история, потому что Валерия Яковлевича не разрешали официально выйти на сцену. Буквально за два места от нас я узнал, сидит Леонтьев. Ну, любители музыки уже знают. Еще немножко проясню. У меня был очередной запрет. Периодически вот эти истеричные руководители то меня разрешали, то запрещали. Значит, в 81-м году в очередной раз закрыли. Но его знала вся страна. Я говорю маме, говорю, мама, по-моему, это Леонтьев сидит. Да нет, не может быть там. Он не будет сидеть. Если будет сидеть на первом... Я говорю, мама, это сидит Леонтьев. Она не поверила, все. Я смирился с мыслью, что это не Леонтьев. Свитерки, он был в свитерке в таком скромненьком. Да, белый свитер. Помню, как тебя, белый свитер, широкий, большой такой свитер. Шерстяной. Да. Потому что была зима или ноябрь. И, ну, все обсуждали Пугачева, который вышел на сцену впервые.
впервые не в балахоне, а в каком-то черном, изысканном таком платье с рукавами, да, такое элегантное, такое. То есть все было чудное, чудесное. И вдруг Алла начала говорить про Леонтьева со сцены, что а у нас сегодня в зале в гостях мой любимый певец. Мой любимый певец Валерий. У нас есть это видео. Давайте посмотрим. Что? Да. Да. Давай, покажите. Это удивительная история. Валерий Леонтьев. Есть он такой у нас или нет? Или меня обманули? Валера, если вы в зале, встаньте, вот, значит, есть. О, но если у вас есть смелость и желание, то, пожалуйста, пройдите на сцену. Я понимаю, что для вас это неожиданность. Совсем не привыкаете. Буквально вот в эти дни приступил к работе над новой концертной программой, в которую обязательно войдут новые песни Раймонда Пауза. Вот, это была заготовка. Таким вот обманом письмом Пугачева придумала, как в Леонтьево в запретный период выйти на сцену. И, да. Да, и вот опять все пошло, да, правильно? Это с этого да, периода? Да, пошло. Выдался Леонтьево Пугачева, да. Ненадолго, к сожалению. Знаешь, в 83-м опять. Ну, все-таки. Но хоть два года подышали свободным воздухом. Но у вас был дуэт поздно с Аллой, потом в аттракционе. Потом в 83-м. И это уже был ваш триумф. Ваших как бы творческих отношений. Поздно мы встретились с тобой, поздно не те уже над нами звезды, мы усталы и серьезны. Не скрываем грустный глаз, и все же хорошо, что поздно одна судьба сказала нас. Лучше поздно, чем никогда. Лучше поздно, чем никогда. Быть может, нам с тобой достались лучшие. Мы все время делали с тобой целую программу. Твои стихи, «Наедине со всеми» программа называлась. Да. Май 85-го года. «Наедине со всеми»? Да. Ничего себе. Вот откуда, Юля, ты взяла название своей знаменитой программы. Да. Послушайте, была... у меня была песня «Наедине со всеми». Известная песня Владимира Шаинского. В те годы известная песня. Да, так там было в этой программе, не знаю, может, песен 10 или 12, что ли, я тогда сделал. Но я не помню, в этой ли программе была песня «Афганский ветер». В этой? Потому мне кажется, что, в этой, потому в этой, что в этой. Когда... Меня начали тут же гноить за вот, эту песню. Да, насчет того, что, понимаешь, Юля, когда вырезают из-за там песни про диска или там кружатся диски, почему вырезают, непонятно. Но здесь было понятно, почему. Потому что шла война в Афганистане. А там был текст такой. Да. Воронка, еще воронка, нежданным днем. Зачем стучишься, похоронка, в панельный дом? У вот нас это, есть фрагмент вот этой песни, давайте мы вопрос, послушаем ее давайте, сейчас. Да. Афганский ветер быстротечный, как взрыв горяч. Вновь за звездой пятиконечной следит басмач. Не в 41-м под Калугой, не в тот виток. Земля споткнулась под Кабулом, взмыв из-под ног. Воронка и еще воронка сквозь лет разлом.
Зачем стучишься похоронка в панельный дом? Слушай, но там... Там было четверостишее, которое точно вырезали даже тогда. И вот две тени появились среди рябин. На новом кладбище военном отец и сын. Сказал отец: хотел ты в космос, открыта дверь, одели в цинковый скафандр тебя теперь. Ой, это вырезали, да. Из вот, и это был мурашечный совершенно текст, но он... Поэзия. Ну, когда эта поэзия еще ложится на музыку, ну, конечно, с залом творилось что-то жуткое, потому что это происходило реально, на самом деле, эта война в Афганистане, и случались похоронки в панельный дом, и прилетали цинковые гробы, и об этом пелось напрямую. Браво, Валера, потому что ты был очень смелым тогда, что ты допел на сцене, и это был, правда, гражданский поступок твой. Эта история имела продолжение. Эмми Васильевне, директору Октябрьского зала, тогда надсадно у нее телефон звенел с утра, надавить на него, чтобы он убрал эту песню из программы. И вот это меня так спровоцировало на то, что я просто напросился на эту командировку осенью 85-го. Ну как-то они мне говорят, что не прилетают гробы в Москву и другие города Советского Союза из Афганистана. Но когда мы прилетели в Кабул, и из самолета, из Ту-134, на котором мы прилетели, стали выгружать нашу аппаратуру, то на ее место тут же завозили гробы. Это я это увидел, что это правда, что то, о чем я пою и о чем написана песня, это правда. А можно тему сменить? Потому что это трагично. Это грустная тема. Грустная тема. Очень, да, можно сменить? Я просто вижу Филиппа, и я должен напомнить. Только сейчас ты его увидел? Сейчас я вижу Филиппа. Потому что, ребят, сейчас я его продолжаю видеть. Я хочу слушать с Филиппом историю. Ну, можете вырезать, не знаю. Можете врезать, наоборот. Про твою супругу Люсю. Историю майамскую. Как мы с Филиппом купили наручники. Что? Про наручники сейчас расскажу. Так, секунду. Мы, это опять-таки то время, еще даже 20 лет назад, тоже наручники в Советском Союзе нельзя было купить. Садомаза опять пошла. А зачем вы хотели купить наручники? Мы играли в полицейских. Это была эротическая игра или бытовая? Вы вдвоем играли? Вы сейчас с Наташей играли тоже. В Молле в Майами был магазин Security World, где продавались разные штучки шпионские, в том числе настоящие реальные наушнички. Ой, знаете, наручнички. Наручнички. Наушнички, наручнички. Наушнички тоже продавали. Мы Стекалаевым от всех врагов, наученные, что нас прослушают. Внимание, мы свое обмундирование купили. Я хочу рассказать, а потом вы будете вырезать. Короче, не будем мы это вырезать, господи. Это единственное, что останется. Ну, давай. Ключик был в одном экземпляре. Мы купили наручники с ключиком в одном экземпляре. Люся – это жена Валеры. Это жена Валеры. Значит, компания вся там. Забыл, как мы ее приковали к батарее? Ну, подожди. Значит, дай рассказать. Секунду. Значит, Филипп Киркоров с Аллой. Макс, Филипп Киркоров. Прощайте. Значит, Игорь Крутой с Олей и так далее. Алла тоже была? Что, она в этом доме тоже была? В доме. Это все происходило в доме. Где мы жили, все коммуны, помнишь? Где мы весь январь жили. Весь январь мы решили устроить такую песню года. Он все помнит, он просто мало, может, не хочет это слышать. Просто прикидывается, что не помнит. Короче говоря. Может, нам не надо рассказать эту историю? Рассказывайте. Короче говоря, это очень короткая история. Дайте же. Господи. Вы же не даете рассказать. Да почему? Они странно реагируют. Да нет, я в нетерпении, я не помню эту историю. Ну. Да, все собираются в ресторан. Значит, секунду. И Люся говорит, значит, сидит. Ну что, вы собираетесь, а меня что? Вот, кстати, она. Вот Люся. Люся, да. Да, и она, что, вы не верите? Конечно, Люся, естественно, все идем в ресторан. И стол почти что похож на этот. И я. Да. И ножка такая массивная у стола.
Говорит, слышь, говорит, купили наручники такие, ну, игрушечные, знаешь, так делаешь, застегиваешь, а потом делаешь движение, ну, как для фокусников, раз, они сами расстегиваются. Хочешь проверить? Она, ну, давайте. Надевают наручники. Говорит, ты посиди 5 минут, и сейчас всех приколешь. Сейчас все зайдут, все, Ал, там, Игорь. И ты говоришь, приковали меня наручниками, ты раз, их и сняла. Ну, давай. Сидит, все заходят. Люсь, ты что сидишь? Да в наручниках, вот меня тут Киркоров с Николаевым прикололи, наручниками приковали. Она говорит, я смогу сейчас снять. Раз, раз, два, не снимает. Говорит, Филипп, так это уже не смешно, давай, отстегивай. А все собираются в ресторан. Значит, она говорит, ну давайте так, хватит уже, это не смешно. И я смотрю, Филипп бледнеет и говорит, я реально потерял ключ. Причем я понимаю, что он не шутит. Ну, а зная ключ... Филиппа, да. Ну ладно. Ключик такой маленький. Мерзкий ключик. Значит, вот негодяй, а. Все говорят, ну что мы, ну что, секунду, большая компания. Поэтому Люся сегодня не приехала. Вы снова это сделали, ребята. Представляешь, все выходят. А все выходят и все говорят, ну, послушай, ну, Люсь, ну, посиди там, мы скоро придем, через 2-3. Выходим, и вдруг Филипп наклоняется вниз и видит этот маленький мерзкий ключик, лежащий практически под дверью. И крик, Люся, нашли ключ! И тогда хэппи-энд... А я что в это время делал? Я пошел в ресторан... Ну, просто, понимаешь, собрался немножко... в ресторан, все-таки мы сегодня рисуем портрет именинника. То есть муж... Да. Ничто же сумняшися, оставил жену, да, прикованной и пошел с ребятами в ресторан. Зато он говорит, где она, понимаешь? Давай сделаем так, давай изменим. Вырежем, скажем, ключик нашел муж. Да. Да, скажи, и Валера тогда сделал все, чтобы найти этот ключик. Да, давай. И он его нашел. Ой, и Валер. Давай, да. Тишина. Давай. Он звонил в полицию, он звонил в ЦК. Везде искал. Какие ЦК? ЦК. А. Все. Так, все, ребят. Нашел ключик у папы Карла. Все. Давайте, как будто этого не было, я досказываю историю. Давай, досказывай, только возьми себя в руки. Мы с Филиппом понимаем, что мы уже ключи найдем. Но не тут-то было, ведь Валера – это настоящий... Крик! Эврика! Нашел ключ! Это кричал Леонтьев, который нашел ключ и расковал свою жену! Болгарская народная хитрость! Выкрутились! Как Валера познакомился со своей будущей женой Люсей, расскажет человек, которого он не видел 40 лет. Сразу после рекламы. Уважаемые друзья, мы продолжаем программу сегодня вечером. Еще одно архивное видео с Валерием Леонтьевым, о котором, может быть, и он даже не вспомнит. Громче музыка играет, мир кабаре друзей встречает. Уже поймал меня в капкан, не увядающий тангар. Кричит веселая толпа, свини гитара, полой труба. От звуки скрипки идет с улыбкой, хозяйка кабаре судьба. От звуки скрипки идет с улыбкой, хозяйка кабаре судьба. Вот так. Валерий Яковлевич. Помните, вот эта девушка, которая в зеленом платье, вы узнаете, кто это? Это Ли, она как же? Лена Ковалевская. Лена Ковалевская, да, Лена Ковалевская. Красивая, да. Какая. Да. Она сейчас живет в Канаде. Породистая. И насколько я знаю, у вас даже с ней были такие теплые отношения, что она сказала, что если никогда не родится ребенок, то если это будет мальчик, то он будет Валера, а если девочка, то Валерия. Ну, как мило. Но не настолько теплые. Нет, я ничего не подкладываю под это. Да, у нее родился сын, которого она и назвала Валера. Молодец. Будет очень приятно, что Елена Ковалевская совершила перелет через Трансатлантический. Океан. Трансатлантический. Для того, чтобы быть сегодня в этой студии и встретиться с вами. Встречайте, Елена Ковалевская.
Да! Ай! Ой, моя золотая. Ты сейчас же специально прилетела, да? Да, сегодня. Привет. Это Валерий. 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 Это не коньяк. Прошу вас, прошу вас. Прошу вас, присаживайтесь к нам. Расскажите нам, что вы подарили. Конечно. Это кленовый сироп. Что это? Правильно. Это горлышко лечит, это не коньяк. Присаживайтесь. Сироп, сироп. Кленовый сироп с блинами. Очень вкусно, с блинами. Лен, расскажите, пожалуйста, как вы решились на такой вот перелет сюда, к нам? Для того, чтобы встретиться с Валерием. Значит, у вас какие-то очень дружеские отношения связывали. Валерушка, он для меня Валерушка. Кум Валерушка. Не только был человек, с которым я работала, это был наш братишка. Это все годы, проведенные вместе, 10 лет. Мы были очень близки, я ни на что не намекаю. Да мы и не настаиваем на этом. Что вы меня подозреваете все время, что я буду подкладывать? Я тебя вообще ни в чем не подозреваю. Спасибо, Максим. Ты единственный, кто мне верит. Нет, я тоже. Спасибо, Филипп. Я верю. Спасибо, Игорь. Мужики меня поддержали. Фу. Так. А как вы вспоминаете эти годы работы с Валерой? Все-таки вот он был вашим и братишкой, но и вашим, я бы сказала, и опекуном, потому шефом. Что он был шефом, боссом. Боссом. Каким он был боссом? Он очень добрый и очень шкодный. Он никогда не мог сидеть на месте. Мы его побаивались немножко. Он мог нас разбудить среди ночи и сказать, значит так, все должны быть... Мулатками. Это в феврале. Как в те годы стать мулатками в феврале? Мы брали марганцовку, разводили водичкой. Боже. Очень крепкий состав. И мазали все тела. Ну вот сейчас вы рассказываете, вам нравилось, мне кажется. Очень. Очень. А потом оливковым маслом. А потом ресницы. И губки. В это время Валерушка качает эспандером мышцу, чтобы быть тоже на уровне. Выскальзывает этот эспандер и ударяет его в центр. О, я помню эту историю. И что, травма? Травма. Мы идем в Октябрьском на встрече. Ха, Валерушка, мулатки, как ты просил. И идет на встречу китаец. Мы его не узнаем. Вот такие глазки такие. А он тоже. Ха! Разве дырка в голове – это причина отменить концерт? Вечером у нас у всех поднялась температура из-за этого ожога. Марганцовкой. Марганцовкой. Ну, да. Ну, разве это причина отменить концерт? Вот на что люди шли на концерт. Кстати, я хочу сказать, к слову сказать, у Валеры всегда были вот эти опасные спортивные снаряды. И, ты помнишь? Да, я помню. Я помню. И где-то 15 лет назад... Выездной вечер Игоря Крутого. Да. Да, и мы с Аллой зашли в гости к Валере. У него всегда, он в потрясающей спортивной форме. И он мы всегда... зашли и сказали, пошли пообедаем. Да, да. А я сказал, ой, а что это такое? Вот, и там был такой, да, такой был, такая штучка на колесиках. Ну, диск тут, нет, две ручки. Две ручки, да, и диски. То есть это такая штука, ты должен, я не знаю, как это Валера делал, но ты должен вот так вот сделать и так вот покатиться вот так. Ну, то есть, как бы это такое, я не знаю, что это за упражнение такое? Отжимать пресс так. Очень ну, сложно. Да, ну, держи. Да, видно, у Валеры получалось это делать много раз. У меня получилось один раз. И вот ровно я себе сделал такую же травму, как он себе эспандером. Потому что я лицом ровно так на пол шмякнулся. Вот. И тоже так выступал. Ну, не китаец был, я как раз был мулат. Потому что это удар пришелся на губы. На губы, красиво. У меня так не маленькие. Вот. Так что я больше к спортивным снарядам Валерия Леонтьева не прикасаюсь. Ты обиделся? Нет. А что за история? Почему вы друг друга называли еще кум-кума? Сначала это были Валерны любимые анекдоты украинские. Да. Иди сюда, кума, а иди сюда, кум. А дальше, если... их хоть один сейчас расскажу, это будут одни пи-пи-пи-пи. А у тебя родственники в Херсоне. Вот так, так ну оно. Да. Кум-кума. Кум-кума. И однажды я привезла из Херсона такой документ из ЗАГСа.
где нужно было написать, кто крестный отец, кто крестная мама. И какого я... ребенка? Неважно, какого. Вот этого. Ах, вот этого? Валерия. Все-таки. Так. И я пришла к нему в гримерную и говорю: Валерушка, узаканиваем отношения. Становимся официально кумом и кумой. Он нормально, красивенько расписался. И кума тоже расписалась. Вот с тех пор мой ребенок знает, что у него тайно есть крестный отец. Вот правда. Вы слушали, может быть, какие-то записи Валерия Яковлевича, да? Конечно, конечно. И любимые песни, ну, конечно же, «Кабаре». Я очень много ее слышал благодаря. Конечно, «Матушка» там. Зажигает. А вообще все, все так хорошо и в... Да просто все так хорошо. Да, да. Изумительно. Не мучайтесь, Валерий. А скажите, пожалуйста, Валерий Яковлевич, а как вот вы вспоминаете какие-то такие сами зарождение тех народных хитов, которые вот так уходили потом и были любимы людьми? Ну, не знаю, например, там ваш дуэт с Лаймой Вайкули, «Вернисаж», который это просто... Это было очень просто. Раймонд познакомил меня с Лаймой где-то еще году, наверное, в 83-м. Она работала в варьете «Юрист Перлос». И это было сногсшибательное, она была красотка, и шоу было великолепное, невиданное в Советском Союзе. Все ходили после концерта смотреть. Да. А потом Раймонд как-то сыграл эту мелодию, говорит: вот давай, может, с Лаймой ее споете. И мы как-то так лихо, быстро записали. А вы понимаете, что это хит? Вот, или это никогда неизвестно? Или вот ну, это как правило, неизвестно. Поэтому ошибиться не... Ну, на вернисаж мы рассчитывали. И когда отсняли его в новогоднюю ночь с 86 на 87 года, то все так и случилось. И песня стала любимой. Да. И по сей день ее любят, и востребована. На вернисаже как-то раз случайно встретила я вас. Но вы вдвоем, вы не со мною. Вы так прекрасен, вернисаж, но взор еще прекрасней ваш. Но вы вдвоем, вы не со мною. Как за спасением к вам иду, вы тот, кого давно я жду. Но вы вдвоем, вы не со мною. И я себя на том ловлю, что вас почти уже люблю. Но вы вдвоем, вы не со мной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний земной. А вот венец я весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиль и анфас. А я смотрю, смотрю на вас. Валерий Яковлевич, я, поскольку мы сегодня вот к разным периодам вашего творчества обращаемся, я хотела бы, чтобы мы сейчас окунулись в самое-самое начало, когда вы еще работали в Сыктывкаре и когда в филармонии. Угу. Да? И, собственно говоря, там у вас была одна знакомая, поскольку вы там жили, собственно, почти в филармонии со своим коллективом. Мы жили в гримерках на дубных да. матрасах. То да. есть вас взяли поработать, ну и там же и определили, как бы, где работаешь, там и, собственно говоря, и спи, потому что жилплощадь не предоставляли. И там была удивительная женщина, Лариса ее звали. Она предоставила вам возможность, у нее была однокомнатная квартира, в которую вы перенесли свою технику, даже могли там репетировать иногда на эту квартиру. И жить, в общем, она разрешала у себя. Припоминаете что-то такое, нет? Лариса. Которая когда вы там все столовались, у нее тусовались, и она-то редко бывала в квартире. Золотова. Да. Да. И когда она в конце концов сама пришла в квартиру, ты у нее стал спрашивать, кто такая вообще? И зачем сюда, мол, пришли? Да. Это уже извращение. Вот это. Нет? Такого не было. Это вы придумали. Преувеличиваем, да? Да. Все-таки давайте строить положительный образ. Но то, что Лара Золотова была... Вы приписали гостеприимным. Жену бросил под наручники. Когда под наручники, значит, давайте положительно. Отмотаем назад опять историю. Давайте спросим у Ларисы. Неужели вытащили? Да, да.
Она здесь. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой жизни не было. Какой жизни не было. Первый, второй, третий. Откуда? Вытащили откуда? Да, ну сейчас Лариса вам все расскажет. Пожалуйста. Да? Пожалуйста, да, вот, Лариса, присаживайтесь, пожалуйста, туда вот в середочку. Вот, вот ее фотография, вот посмотрите. Помнишь? Такую ты меня помнишь? Да. А такую нет, а такую страну. Ничего, нормально. Знаешь, эта разница быстро стирается, когда смотришь. Конечно, здравствуйте. Знаешь, там была лучше, была хуже. Конечно. Да плевать, все нормально. Когда-то много лет назад, когда мы мечтали, вот, будем знаменитыми, будем не знаю какими, и через лет 20-30-40 встретимся. Я говорю, а как же мы узнаем друг друга? Ты посмотри, ты то такой, то сякой. Он говорит, на мне будет леопардовая шкура. Тогда ты меня по этому делу узнаешь. Ну, в общем, надо сказать, иногда Валерий Яковлевич накидывает на себя леопардовую шкуру. Накидывает. Он, кстати, очень был недоволен своим именем. Он хотел быть Антоном. Антон? Ты тоже не помнишь, у тебя, не, наверное, склероз. Не что? Антон Леонтьев. Хорошо. Подожди, Антон Леонтьев. Хорошо звучит. Этого не помнишь, того не помнишь. Нет. А почему? Чего только не узнаешь, да, о себе сегодня. Не говори-ка. Как, а ну, в смысле, он хотел псевдоним себе, ну, взять, вот мы, что ли? Как-то так вот, валяясь где-то или там мечтая о чем-то, он говорит, вот я буду знаменитым, например, у меня будет афиша, как вот на этой вот фотографии. Но что-то мне имя мое не нравится, Валерий. Оказывается, она у тебя совершенно точно совпадает. То, что ты легионер, то, что ты отчаянный, то, что ты борец за правду и так далее, и так далее. И вот он говорил, я бы хотел быть Антоном. Красиво звучит. Антон Леонте. Красиво. Правда, красиво. Да, да. Действительно. Да. Может быть, не поздно еще? Да. Вот оно, Валера, новое дыхание. Антон Леонте. В этом галстуке? Антон Леонте? Я вам скажу. Это сильно. Я вам скажу. И в штанах, которые сами саморучно сшиты, да, было бы чудесно. Потому что мы шили, шили, конечно. Помнишь, да, изю положили, обсуждали, померили, шили, прострочили, шили, конечно. Изю, а Изя, извините, это Людмила Исакович, то бишь Люся сегодняшняя. Раньше мы ее звали Изя. Угу. Ну, нормально, вот. Изя, Антон. Ну, про Антона. С Люсей, собственно говоря, Валерий Яковлевич познакомился тоже в Сыктывкаре. Да. Кстати, я, а вы с ней были знакомы раньше? В Иркуте. В Иркуте? В Иркуте. Я расскажу про Антона. Так, Антон или Антон не состоялся, но один раз, когда они улетали на гастроли, это был город Сыктывкар, куда нас там судьба забросила, меня после распределения, поэтому у меня был такой шик. Однокомнатная личная квартира. Ну, естественно, ключи от моей квартиры имел полгорода, наверное. А ну, что это не совсем естественно. Нет, почему? Почему? Мы все были такими. Почему были такая душевная? Мы были те, Клара очень щедрая. Нет. Вот Юля, обращай внимание, и позрешно измываться за чей-то счет всем. Вот именно. Мне тебя так жалко, тебе так тяжело. Ну, еще 5 минут. Вот это вот все эпизод